Работники СИЗО и тюрем сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний состоялось торжественное мероприятие. Собрались сотрудники следственного изолятора, аппарата управления, ветераны уголовно-исполнительной системы. Отличившимся вручили ведомственные награды и благодарности. Также провели расширенное заседание коллегии. На нем подвели итоги работы за 9 месяцев этого года. Было проведено расширенное совещание по подведению итогов оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности управления за 9 месяцев этого года, на котором были рассмотрены основные вопросы по деятельности управления, намечены цели по дальнейшей работе, и сотрудники отчитались о проделанной работе. В приоритете поддержания правопорядка на территории исправительных учреждений республики, соблюдение законных прав и свобод граждан, которые содержатся в наших учреждениях, и обеспечение безопасности личного состава и также спецконтингента.